Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационный выпуск «День за днем». С вами в студии Татьяна Ионкина. Сегодня в выпуске. Месячник по уборке города закончится на следующей неделе. В 6-м микрорайоне Десногорска жильцы обнаружили горячий источник. В областном центре задержан очередной наркоторговец. Ряды десногорских музыкантов пополнились юными талантами. Артисты кружка «Лицедей» представили на суд зрителей свою премьеру. А теперь об этих и других событиях подробнее. Десногорцы весной и осенью сообща наводят порядок в своем городе. Вся территория давно поделена между предприятиями. В этом году с 13 октября начался осенний месячник по уборке в городе. Завершится он общегородским субботником 30 октября. Месячник по уборке города закончится 29 октября. Сейчас работы по очистке газонов, дорожек и тротуаров в самом разгаре. Предприятия города активно откликнулись на предложение совета руководителей. А работники сами с большой охотой готовы убирать улицы родного города. Дорожки убираем, вот уже вот почище как бы становится. Как-то уже веселее даже, может, людям ходить. Я, например, хочу, чтобы он всегда был чист, умыт, свеж и красив, конечно. Не все положительно относятся к тому, что с газонов убирается опавшая листва. Какая-то листва-то оставаться должна, чтобы деревьям, так сказать, была питательная эта база. За время уборки собрали большое количество листвы. На вопрос, куда служба благоустройства вывезла листья со всего города, нам ответил заместитель главы администрации Дмитрий Александров. Мы определили, что листву мы будем вывозить в районе недостроенного спорткомплекса на окружную дорогу. Раньше там была свалка, такая очень крупная свалка. В этом году мы свалку ликвидировали. И для восстановления плодородного слоя, для рекультивации, как бы, мы листву решили вывозить туда. Сейчас в самом разгаре месячник по уборке города. И у каждого жителя есть уникальная возможность не только, развернув конфетку, бросить фантик, но и убрать его. Участие в месячнике может принять любой житель города. Нужно просто обратиться к специалистам ЖЭУ в своем микрорайоне. Совсем недавно в 6-м микрорайоне отремонтировали трубы и установили новый теплосмесительный узел. Жильцы домов вздохнули свободно, из канализационного люка перестал бить горячий фонтан. Поэтому запаниковали, когда увидели струю горячей воды из трубы теплосмесителя. Журчание воды около теплосети сразу привлекло внимание бдительных жильцов 6-го микрорайона. В редакцию они принесли видеосъемку и пожаловались, что не получили от работников коммунальной службы вразумительного ответа. Нашему корреспонденту специалист управляющей компании не только ответил на вопросы, но и открыл установку теплоузла, чтобы показать его исправность. Для того, чтобы заниматься наладкой оборудования и ремонтом, нужно сдренировать воду. Вот эти дренажи для этого существуют. Никакой воды по пояс здесь нет. Здесь тепло и сухо. Та вода, которая вытекала из той трубочки, которая так беспокоила вас, всего-навсего технологическая необходимость. Также нас заверили, что тепловая сеть города в полной готовности обогревать десногорцев всю зиму. В Смоленске оперативники уголовного розыска изъяли 70 пакетиков с героином. Гражданин, подозреваемый в бесконтактном распространении наркотиков, хранил их в помещении бани. Как выяснили оперуполномоченные, мужчина, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков, делал так называемые закладки с героином, расфасованным в пакетике массой от 2 до 5 грамм. За это он получал вознаграждение от неустановленных лиц в виде денег или наркотических средств, так как сам является наркозависимым. Наркотические средства употребляете? Да. С какой целью хранили данные наркотические вещества? Для распространения путем закладок по городу Смоленск. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий его причастность к сбыту героина подтвердилась. В ходе обыска в помещении бани оперативники обнаружили 70 пакетиков с порошкообразным веществом белого цвета, которые были изъяты и направлены на экспертное исследование. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотическим средством героин общей массой более 220 грамм. В настоящее время по указанному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А
А сейчас последние новости из Десногорского отделения полиции. За прошедшую неделю в дежурную часть отдела Министерства внутренних дел России по городу Десногорску поступило 150 сообщений о преступлениях и происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлен 121 факт административных правонарушений. Нарушений правил дорожного движения 86. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержан один водитель. 8 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. За нарушение правил хранения и перерегистрации оружия к ответственности привлечены 3 человека. В последнее время на территории города Десногорска участились случаи совершения имущественных преступлений, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Основными предметами преступных посягательств являются сотовые телефоны и личное имущество граждан. В связи с этим отдел Министерства внутренних дел России по городу Десногорску просит быть бдительными и внимательными, не оставлять свои вещи без присмотра. В случае, если вы стали жертвой преступления, обращайтесь в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 70514. Свой самый первый концерт на сцене музыкальной школы дали первоклассники. Юные пианисты, скрипачи, гитаристы, дамбристы, балалаечники, аккордеонисты, баянисты и балерины приняты в семью музыкантов. Ученики именно этих отделений подготовили концерт и выступили впервые. 2 месяца назад они переступили порог музыкальной школы, окунулись в море музыки, испытали первую радость от общения с ней. Теперь их можно назвать настоящими музыкантами, которые хорошо овладели своими инструментами. Сюрпризом для юных музыкантов и всех гостей праздника стал совместный проект детской библиотеки и музыкальной школы. Под звуки старинных русских народных инструментов библиотекари прочитали сказку Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил». В Десногорском молодежном центре состоялся премьерный показ кукольного спектакля «Заюшкина избушка». Оценить работу юных артистов пришли воспитанники социального центра «Солнышко». Яркие декорации, красивые куклы – все это зрелище завораживает. Видно, что маленькие зрители в восторге от того, что происходит на сцене. Можно сказать, что артисты театра «Лицедей» подошли к постановке представления с профессионализмом. Помогает им в этом руководитель кружка Наталья Шабарова. Кукольно-драматическое объединение существует на базе молодежного центра уже 3 года. Под руководством педагога дети занимаются постановками спектаклей по мотивам русских народных сказок и представляют их на суд маленьким зрителям Десногорска. Сегодня в гости к юным артистам пришли воспитанники центра «Солнышко». Спектакль «Заюшкина избушка» уже был показан на минувшей неделе ученикам младших классов 2-й школы и также имел большой успех. «22 октября россияне отметили праздник белых журавлей. Его учредил народный поэт Дагестана Расул Гамзатов почти 20 лет назад. Этот день стал символом духовности и светлой памяти воинов, павших на полях сражений». Профессия водителя в нашем городе ценится так же высоко, как профессии атомщика и строителя, потому что именно строители и водители прибыли первыми на строительную площадку атомной станции города. В последнее воскресенье октября работники автомобильного транспорта отмечают свой профессиональный праздник. В нашем городе 2 больших автопредприятия – пассажирское народное «Автотранс» и акционерное общество «Атомтранс». Они совершают не только практически все пассажирские перевозки, но и обеспечивают десногорцев всем необходимым для комфортной жизни. Убирают город, строят здания и дома, чистят канализацию, ремонтируют освещение, привозят продукты. Поэтому профессиональный праздник работника автомобильного транспорта в нашем городе отмечают так же, как День строителя и День работника атомной промышленности. Уважаемые автомобилисты, автомобилистами все в душе, в преддверии профессионального праздника, поздравляю вас с праздником. Особенно хочется поздравить сотрудников ПТП, наших соседей. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
любви, терпения. Все наилучшее. С праздником. Как говорят водители, ни жезла, ни гвоздя. Так уж повелось, что причастными себя к этому празднику считают все, кто имеет вот такую пластиковую карточку – водительские права. И поэтому они в эти выходные будут получать поздравления от нас, благодарных пассажиров. Изобретатель колеса вряд ли предполагал, какое распространение оно получит и насколько будет востребовано через 55 веков. И очень бы удивился, если бы увидел, под какими чудесами транспорта ему приходится крутиться. Ветви старых дорог хлещут тебя по лицу, нас гоняет по свету ветер и рок, золотая листва. Полыхая огнем, вместе с верностью рвется к концу лишь ночной чернозем. Чернозем, да в небе звезда, ты не один. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. С этими и другими новостями вы можете также ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.